27. srpna 1968 překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Пусть они простят нас, что мы, выполняя волю руководства, вошли на эту землю. Что бы я сделал, если бы все-таки поступила команда «Огонь» в район, где было гражданское население? Тай бичи живот, бичи песента. С отродженным социалистичным народом российским есть и позостание фундаментом безопасности. Право выбора всегда есть. Вопрос в том, цена этого выбора.